Сегодня хочу вам показать, как я делаю сосиски в тесте. Нам нужно уже готовое тесто магазинное, то есть слоеное, дрожжевое. И сосиски. У меня вот они такие небольшие. Мы разрезаем тесто на тонкие полоски. Берем сосиски. Это очень все быстро, легко и просто. И вот так вот ленточку, видите, обвязываем этой ленточкой сосиску. И так проделаем с каждой сосиской. Вот так вот. Видите, вот такая вот получается. Вот. Проделываем все это с сосисками, включаем духовку на 200 градусов. И в раскаленную духовку ставим сосиски, ну, на минут 10-15. Где-то на 15 минут. Так, теперь перед тем, как отправить в духовку, обязательно нужно смазать сосиски яйцом, для того, чтобы была хрустящая такая красивая корочка. Вот. И смотрите по духовке. Где-то 15, ну, максимум 25 минут держите в духовке. Это уже зависит у каждого, какая духовка. При температуре 180-200 градусов. Вот такие сосиски в тесте получаются. Красивые, розовенькие, вкусные, с пылу с жару. Всем советую попробовать. Очень быстрые рецепты. Если неожиданно пришли гости, 15-20 минут, и у вас горячее блюдо на столе.